Зеленая трава, хохломская карусель, мотивы еврейские и греческие. Государственный академический театр танца «Гжель» выступил на сцене концертного зала имени Каца. Сибиряки аплодировали москвичам стоя. Танцовщицы выплывают на сцену, будто фарфоровые статуэтки. Бело-голубые наряды в стиле «Гжель» соответствуют названию коллектива. Колоритный орнамент – узнаваемый российский бренд. Костюмам в ансамбле уделяют особое внимание. Так непривычно костюмер мужчина. Но это потому, что тяжелые костюмы? Это тоже тяжелые костюмы. Не без этого. Таскать приходится. Если вам по весу сказать, то это килограмм так 800. В коллективе почти 60 танцоров. Их делят на две труппы. Одни – народники, другие – исполняют модерн. Этим альянсом руководство гордится особо. Аналогов в мире нет. Главный балетмейстер Валентина Слыханова сравнивает танцоров со скоморохами. Жажда выступлений, эмоциональность и выносливость для них давно уже стали нормой жизни. Нужна дисциплина, воля, как в любой профессии. Ну, еще, конечно, это истязание собственного тела. Сам материал каждого танца, он настолько новый, его нужно освоить по костюму, по музыке, узнать, о чем ты танцуешь, зачем ты танцуешь, то скучно не бывает. Они не доедают и не досыпают. Кочевой образ жизни для них вошел в привычку. Объездили весь мир. Рассказывают, что народный танец неизменно интересен и русскому, и зарубежному зрителю. Мы все время на гастролях, мы все время на поездках за границей, по России. Как ваши семьи переживают этот момент? У нас большинство, у нас семьи здесь. У нас и жены здесь, и наш коллектив – это есть одна большая семья. Дробушки, хлопушки, вертушки. Танцевальные трюки – не самое сложное. Труднее всегда оставаться в форме, находить силы и эмоции. Подпитывает благодарный зритель. Народ встает и рукоплещет зал. Ты получаешь эту энергетику и отдаешь зрителю. И вот это, естественно, как без этого нельзя обойтись. Поэтому я думаю, что народный танец, он актуален и будет долго. По крайней мере, хочется это верить, надеяться. Автобусы и поезда стали временным домом. Каждую ночь дорога. 5 концертов на сибирской земле. Для того, чтобы публика Прокопьевска, Томска, Новосибирска, Омска и Тюмени ощутила неудержимую энергетику народного танца. Сергей Толмачев, Елена Медведик, Алексей Зубило. Новости ОТС.